Ребят, получилось забавно. В общем, еду я на прогулку, сел на трамвай. А трамвай оказался Звуковкой К, поворачивающий налево с Нагатинской улицы туда, до Нижних Котлов. Ну да, на круг. И я вдруг вспомнил, что я ни разу вообще такое дело не снимал. Вот тут быстро включился. Но едем мы тут вдвоем. Все вышли, естественно, на метро. 47 с буквой К. Вот он, круг. Я даже не знаю, где он будет высаживать нас. Наверное, здесь. А может, и не здесь. Остановка Нижние Котлы. Конечная. При выходе не забывайте, пожалуйста, свои вещи. Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила дорожного движения. Всего вам доброго. Вот так вот. Нижние Котлы и конечная маршрута 47 с буквой К. И вот он, 47 с буквой К. Поедет, не поедет. Нет, пошел в салон проверять. Вот видите, как прикольно получилось. Совершенно неожиданно. Я сел машинально и даже не посмотрел, что за трамвай. А на котлах, смотрю, все стали резко выходить. Вот так вот. Ну и заодно дождь начался. Портит мне все. Вот так вот, совсем случайно, незапланированная поездка на 47К. Кстати, единственный трамвай в данный момент, который, едучи по Нагатинской улице в сторону Варшавского шоссе, поворачивает налево. Все остальные только направо.